или попрыгать там с какого-то моста, или собрать людей на день рождения. Для этого не нужно создавать объект в Google Map Maker. Не нужно, чтобы он попадал на Google Maps. Для этого достаточно зайти на Google Maps и воспользоваться сервисом My Maps, нанести те объекты, которые вы хотите расшарить с ограниченным количеством пользователей, и после этого отправить им ссылку, расшарить эту карту, свою персональную карту, которую будете видеть вы и те, кто получает ссылку на нее. Если мы хотим нанести на карту объекты, которые действительно значимы, которые действительно значимы для всей страны, для большого числа пользователей, вот тогда мы заходим в Google Map Maker и наносим эти объекты для всех. После того, как их утвердят, после утверждения, они попадают на карту Google Maps и становятся доступными более чем 150 миллионам пользователей. Ну, это было на прошлый год. Я думаю, это не учитывает все мобильные приложения и сторонние приложения, использующие Google API. Хочу поговорить о том, зачем мы картографируем. И как вообще, для чего нужны карты Google, наверное, ни для кого не секрет. Все мы пользуемся картами Google ежедневно, наверное, почти каждый из нас. Это ориентирование, то есть визуально мы смотрим на карту, находим нужный адрес. Это бизнес, то есть как раз те объекты, которые наносятся владельцами бизнеса, либо рядовыми маркерами, и которые каждый из нас может найти на карте Google. Это навигация, то есть это недавняя такая функция, которая появилась в мобильных приложениях Google Maps. То есть мы можем пользоваться навигацией от Google. Это гуманитарные акции, то есть если что-то происходит у нас в мире, какая-то катастрофа, землетрясение, наводнение, стихийное бедствие, военные действия, и гуманитарные организации хотят помочь людям в этом регионе, они начинают искать самые последние карты, которые доступны для пользователей, общедоступны. И, как правило, это Google Maps, если действительно локально пользователи активны, наносят новые объекты на карты, и все карты самые актуальные получаются именно на Google Maps. Давайте поговорим о иерархии в Google Map Maker. Это пирамида, обычная пирамида, не перевернутая, не финансовая. Значит, внизу этой пирамиды находятся все мы, это все юзеры, все пользователи, которые наносят объекты на карту, то есть мапперы, рядовые мапперы. Дальше над этими мапперами находятся региональные эксперты. Немножко попозже я поговорю, кто такие региональные эксперты, для чего они нужны, зачем они нужны, что они делают и как ими стать. Над региональными экспертами находятся модераторы Google и Google адвокаты. Google адвокаты, адвокат – это английское слово, не означает юридического адвоката, это скорее лидеры комьюнити. Я являюсь одним из адвокатов, и сейчас в Киеве у вас сейчас присутствует тоже также адвокат Ант. Значит, для чего нужны адвокаты? Для того, чтобы рядовые пользователи могли обращаться к нам, и мы доводили все проблемы, все сложности, которые возникают при картографировании, до команды Google непосредственно, напрямую. И также команда Google могла доводить какие-то изменения в политике картографирования, проблемы, новые фишки, чтобы мы могли все это узнавать быстро, оперативно и на месте. Нас немного, мы всего, по-моему, 19 человек на весь мир, несмотря на то, что карты Google открыты в 200 странах мира. Тем не менее, нас пока очень мало. Надеюсь, что будет больше. Значит, также основные наши рецензенты – это Google-модераторы. Это штатные сотрудники Google. В основном они находятся все в индийском офисе Google. И их задача – быстро, оперативно и качественно пополнять карту. Каким образом это делается?
наносите объект на карту, Google модераторы смотрят на этот объект, проверяют его по своим каналам, определяют, подходит он, проходит или не проходит по политике, текущей политике Google Geo. Если все устраивает, то этот объект утверждается и попадает на карты. В противном случае, если этот объект содержит какие-то ошибки, Google модератор пишет коммент, вы смотрите на этот коммент, исправляете или отвечаете, что вы не можете исправить все верно, и после этого происходит решение, либо объект отклоняется, либо публикуется на картах Google Maps. После того, как объект утвержден, в течение буквально нескольких минут он попадает на основные карты Google. Значит, теперь поговорим о концепции региональных экспертов, так называемый Regional Expert Reviewer. Каждый из вас может стать региональным экспертом. Для этого нужно просто иметь достаточный запас положительных, хороших объектов, которые вы создали, и также рецензировать, то есть утверждать, комментировать объекты других пользователей. Концепция в том заключается, что мы помогаем друг другу. Каждый пользователь может стать рецензентом в любом случае, даже если у него очень мало опыта, но тем не менее нужно быть очень аккуратным, аккуратно проверять, отклонять еще более аккуратно, лучше не отклонять все-таки объекты пользователей других, а прокомментировать, попросить автора исправить ошибки. Всегда нужно при рецензировании представить себя на месте автора объекта, даже если объект кажется вам совсем неправильным, плохим. Лучше спросить автора, что он имел в виду, и попросить его исправить его. Как только вы набираете определенное количество позитивных, одобренных объектов, Google смотрит на ваш профиль, смотрит, сколько объектов вы сделали, сколько объектов вы одобрили, и самостоятельно, то есть это исходит не от вас, а от Google, вам присылают приглашение для того, чтобы вы приняли или не приняли участие в программе Regional Expert Reviewer. Как только вы становитесь, получаете статус R, у вас при одобрении объектов такой зеленый значок R, вы, наверное, если уже фотографировали, видели его, что он появляется. Этот значок означает, что Google доверяет данному пользователю рецензировать объекты в каком-то определенном регионе. Например, ну, регион, как правило, это вся страна. Либо вам выделяется более маленький регион, ну, как правило, на всю страну. Значит, это непостоянный статус, то есть если вы покажете себя с хорошей стороны, этот статус за вами закрепляется и остается, пока вы не откажетесь от него, либо не измените свою политику в одобрении или отклонении объектов. Значит, мы приходим к такой позиции, как рейтинг. Что такое рейтинг пользователя? Если мы наведем мышку на основной странице Google Mapmaker, наведем мышку на ник пользователя, то мы увидим такую шкалу зеленую, либо зеленую с красной, либо только красную. И проценты, сколько объектов было одобрено и сколько было отклонено. Это часть системы рейтинга. Таким образом, мы сразу можем видеть, насколько позитивен или негативен рейтинг данного пользователя, сколько объектов было удачно размещено на карте и сколько было отклонено рецензентами Google и рецензентами местными. Значит, плюс к этому смотрится, рейтинг учитывает также качество объектов. То есть при оценке каждого объекта рецензент выбирает хороший объект нанесен, хорошо объект нанесен, прекрасно или плохо. И таким образом формируется рейтинг. Чем выше рейтинг ваш, тем проще ваши объекты будут публиковаться на карте. То есть как только вы опубликовали, например, хорошо нарисовали 10 жилых домов или 20 жилых домов, и все они были утверждены, после этого 21 жилой дом, он публикуется автоматически, то есть не нужно ждать, когда он будет одобрен.
это происходит моментально, то есть автонабрение. То же самое с другими типами объектов. Если вы начали рисовать дороги, первая дорога, вы ее нарисовали, она попадает на модерацию. Ее утверждают, вы рисуете еще одну дорогу, она опять попадает на модерацию. Так продолжается недолго, через некоторое время система увидит, автоматически увидит, что все дороги, которые вы рисуете, они одобряются. После этого система скажет, ну зачем же этому пользователю ждать так долго одобрения, давайте будем публиковать автоматом, разгрузим рецензентов. И таким образом система начинает публиковать сразу, мгновенно, практически через несколько минут вы уже увидите на Google Maps нанесенный вами объект. То же самое касается всех видов объектов. Статус РЭП, статус регионального эксперта по модерации, не дает никаких привилегий по размещению собственных объектов. То есть, если вы раньше не рисовали дороги, начали рисовать, они будут также попадать на модерацию, как и объекты обычных пользователей. Это что касается рейтинга. Теперь я бы хотел поговорить и показать вам на примерах, ну, к сожалению, на пальцах, потому что я с смартфоном общаюсь, как работают в других странах, как пользователи совместно работают в других странах мира. И я бы хотел увидеть этот опыт, перенятым в Украине в том числе, поскольку это очень сильный толчок дает для того, чтобы карты стали современными и в короткий срок. Значит, как работают пользователи в Индии, например? Несколько пользователей из одного города, несколько мапперов объединяются вместе, созваниваются, списываются через интернет, и, либо через группу региональную. У Украины тоже есть своя региональная группа, где можно общаться, это форум, на котором можно общаться. Объединяются вместе, выходят на... в реале, выходят на улицы, проходят по улицам города, поселка, или едут в какое-то специальное место вместе, проходят по всем улицам, записывают адреса, записывают названия улиц, смотрят их расположение, что все то, что мы видим на карте, будет реалистичным. И после этого наносят совместно, они договариваются, кто-то наносит дома, кто-то наносит дороги, кто-то наносит бизнес-объекты. И таким образом очень быстро закрываются целые города. И на самом деле это очень здорово работает, очень давно. Тот же самый опыт есть и в Пакистане. Значит, сейчас в Индии идет очень интересная новая фишка. Заключается она в следующем. Был создан маленькая страничка, я думаю, что у вас тоже такое будет, очень скоро появится, поскольку это очень удобно. Если у какого-то пользователя возникла проблема с каким-то определенным объектом при его редактировании или размещении, он пишет эту проблему, описывает ее коротко, дает на нее ссылку. И региональные эксперты, адвокаты и сотрудники Google штатные очень быстро эту проблему решают. Таким образом, за день публикуется гигантский объем информации, который до этого мог ожидать одобрения или висеть как проблема очень долго. Также есть очень позитивный опыт работы в Канаде, в том числе мой. И когда Канаду только открыли для картографирования, то же самое, что у вас сейчас происходит в Украине, канадские юзеры были еще неопытны, и они кинули клич на главной группе, на основной, для того, чтобы все пользователи могли помочь им в картографировании. И, например, я участвовал в картографировании, то есть я размещал дороги, не имея местного опыта, но зато имея опыт большой работы в проекте. То есть я рисовал дороги, а местный маппер-новичок по моей подсказке уже наносил на эти дороги названия. И таким образом, например, мы за двое суток сделали целый город большой. Прекрасный опыт такой, его можно использовать тоже в Украине. Ну, я думаю, что пока мой длинный спич закончен, мы уже начали засыпать. Я бы хотел передать слово уже Кириллу. Спасибо. Друзья, пока я
поки я скажу подякувати пану Сергію, відповідно, ми робимо невеличку паузу, буквально 5-10 хвилин, щоб ви трошки ніби набралися нових сил, і потім спробуємо вже попрацювати по інтерфейсу, показати вам. Тому поки що пауза.